Скажи нам, что для тебя Млада? Млада для меня очень много значит. Каждый раз прихожу на репетицию как на праздник. Отдыхаю душой. Много друзей, много хороших ребят. Особенно мне нравится... Кеша. Андрей. Кеша и Андрей. Особенно мне нравится, когда мы ждем выхода на сцену. Все сразу так держатся, поддерживают друг друга. Это как вторая семья. Скажи нам, что для тебя Млада? Млада для меня очень много значит. Каждый раз прихожу на репетицию как на праздник. Отдыхаю душой. Много друзей, много хороших ребят. Особенно мне нравится... Кеша. Андрей. Кеша и Андрей. Особенно мне нравится, когда мы ждем выхода на сцену. Все сразу так держатся, поддерживают друг друга. Это как вторая семья. Скажи нам, что для тебя Млада? Млада для меня очень много значит.